Добрий вечір. Во-первых, всем нічого. Хочу поблагодарити болельщикам за підтримку. Хочу поздравити команду з побіди, з 3 очка. Думаю, вони відповіли на підтримку правильно. Вообще очень качественный первый тайм у нас, полностью контроля игры и очень опасный, могли забивать еще. Потом, к сожалению, во втором тайме это видно, что силы не хватило, что просто у нас на данный момент не можем менять так по жаргону голову за голову, усилить команду, но просто начинает импровизация решать проблемы на поле, там закрывать один фланг, второй фланг. Но самоотдача у нас 100%. Я так доволен с командой, как у них желание, борьба. Очевидно, что у нас есть командный дух и самоотдача 100%. И так надо нормально продолжать и на каждой следующей игре. Так, хочу их еще раз поздравить. Важно 3 очка у нас. И с таким боевым духом и настроем продолжаем дальше. Это был 3-й дерби у нас во первых 5 туров. Еще один. Очень сложный график у нас с начала сезона, но справляемся. Но, как и сказал, надо еще один через 4 дня. Я не знаю, как коллег, меня удивило, честно говоря, выход Станислава Магеева вместо Пабло на месте центрального защитника. Как-то можете прокомментировать свой выбор? Потому что в очередной раз линия обороны была в различном варианте. Не таком, как в прошлый раз, допустим. Ну, доволен. Магеев парень, который старается, получил визу за сборную в России. Будет добавлять опыта через игры против разных соперников, высоких, как сегодня, маленьких и быстрых, которые бегают за спиной. Как будет на следующий тур, может закрывать 2 позиции нашей команды. И, в принципе, как и сказал, во всех ребята, так и Магеева, у меня полностью доверие 100%, что буду отдавать все силы. А это самое важное на данный момент, что самоотдача у нас будет 100%. А качество получается, когда лучше, больше, когда меньше. Но это на данный момент не так важно. Важно держать уровень самоотдачи и желания и, как сказать, воевать каждую игру. Обе карточки желтые футболисты «Локомотива» получили на Гжегоше. Как-то особо вы уделяли на установке вопрос по игре против этого футболиста сегодня? Ну, какой это вопрос? Ты всегда был с умными и хорошими вопросами, а удивил меня сейчас. Большое количество игроков, которые вызваны в сборную, это скорее плюс для команды или же минус, потому что у ребят сейчас будет непростой график, а это все-таки лидеры команды, тот же Смолов, Жемалединов, Баринов, Макгейв. Гильерме, естественно. Рибус, Камано, Зинович, Лисакович, Силянов. Я думаю, я не забил никого. Это считается всего вместо 11 человек. А да, у нас сложный график, да, плотный график. А что, кто удивлен с этим? Как мы это не знали и 2 месяца назад, что у нас будет сборников, что будет сложный график начала сезона и что будет Лига Европы, которую надо путешествовать, играть. Надо справляться с этим. Надо справляться с этим. За это надо хорошая ротация, надо больше опытных и качественных игроков. У нас сегодня тоже на поле появилось, мне кажется, 6-7 воспитанников клуба. У нас молодая команда. Но надо и усилить команду чуть-чуть перед этими задачами, которые перед нами. И еще один вопрос. Марко, вы снова набираете со своей командой сумасшедший темп. Сделали ли вы какие-то выводы после прошлого сезона? Если да, то какие? Ведь в прошлом сезоне вы буквально остановились в одном шаге от победы в чемпионате. Да, я сделал. Какие? И это что ответил на предыдущий вопрос. Так. Я знаю, что нам нужно. Что не бы повторили неудачный конец первой части сезона, которая вообще намного сложнее в России, чем вторая часть сезона, которая 2 месяца, 2,5. А это первая просто по количеству игр. Это начинаешь юли, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Это только что 6 месяцев не играешь. 2 раза больше или больше, чем 2 раза больше. А количество игр сумасшедшее. Так надо и строить команду под эту задачу, так сказать.